Американские спецслужбы покусились на святое. По данным итальянского еженедельника «Панорама», агентство национальной безопасности США отслеживает телефонные переговоры Папы Римского Франциска. При этом не исключено, что прослушка велась еще во время конклава, то есть в процессе избрания нынешнего понтифика. Кроме того, как отмечает издание, особый интерес американцев вызвали переговоры, связанные с назначением главы комиссии по надзору за деятельностью Банка Ватикана. Откуда эта информация, итальянский журнал не уточняет. Между тем, АНБ поспешила выступить с опровержением, заявив, что не шпионила за Святым Престолом.